Всем привет, ребята, я заболела. А сегодня мы будем открывать вот такие вот, как бы, ластики из пятерочки тролли. У меня есть вот такая вот уже коллекция, но тут не вся, тут мне еще двоих не хватает. Вот, так как я болею, мама принесла нас пятерочки домой. Мы красных вкусняшек домой купила, так как у нас просто вокруг дома, ну, рядом, вблизи с дома, три пятерочки. Вот, ну что ж, давайте я покажу сначала вот эту коллекцию. Давайте начнем. Так, сначала это вот такая вот, короче, бабушка. Фиолетовая, ну тут уже уши пообдирали мои одноклассники. Да я вот тут вот поотрывалась, ну ладно. Сейчас мне сейчас просто показать. Блин, ненавижу свой голос. Сейчас не шей. Дальше это вот такой вот тролль. Мне вот уже ухо мой одноклассник оторвал. Вот такой розовенький. Потом вот такой вот. Это тот, который такой, по-моему, блестящий, такой был. Или который блестящий, или который такой, типа, гармоничный, типа хиппи. Не помню уже. Он целый. Вот. Я один раз его стирала. Так, дальше. Дальше это вот такой вот тролль. Он тоже грязный уже. Вот у меня таких два. Кстати, вот этот старее, этот новый, но вот этот уже потрепанный, тоже. Это я постаралась. Вот таких вот два тролля, этот, который черненький, по-моему, был. Потом вот давайте два желтых. Они, ой, переверну. Вот, мне вот это очень нравится, у него вот эта штучка оторвалась, этого тролля. Такой вот красивый. И вот такой вот тролль, тоже прикольный. Дальше, две розочки. Вот маленькая розочка и взрослая уже розочка. Ей глаза раскрасила этой. Так, дальше это король этих троллей. Папа, то есть розочки оранжевые, вот такой вот. Ему тоже, по-моему, или я, или мой одноклассник руки подрывал. Еще что подрывал, это все один и тот же одноклассник. Ну, по шутке, он с ним за одной партой сидел. Потом вот такой вот тролль, это диджей, по-моему. Блин, фокус. Вот такой вот. Он нормальный, у меня куча было троллей, я их пораздавала. Одинаковые пораздавала, точнее. Потом такой вот толстенький, добренький, который был. Вот такой вот тролль, он тоже ни разу не трогали. И вот это вот самый красивый. В скобочках нет. Тут я так вот карандаш сую, и такая отваливается эта штука. Потом я ему разукрасила вот здесь вот рот. Вообще делать нечего было. Вот такой. Вот. Теперь, ребят, давайте приступим к новым. Я хочу, чтобы мне два новых попались. Тогда буду передать снизу, потому что сверху можно тут что-то надвинуть. Так, чем? Так, этот был у нас уже, то есть мы его давайте вот. Я буду вот туда вот их откладывать. Так, давайте следующего. Маленькая розочка, она у меня также есть уже. Так, опять этот же. Почему? Как всегда. Опять этот, ну, блин. Как всегда, в общем. Липкое такое. Разрезать не могу. О, да, новый, наконец-то у меня этого не было. Так, отложим его в новую коллекцию, точнее, ну, как новую, короче, мою коллекцию вот сюда. Давайте дальше. Это я всегда разрываю для видео, чтобы было красиво. Опять маленькая розочка, она мне никогда не попадалась, и тут начала мне попадаться. Так, давайте дальше. Опять этот, блин. Опять розочка, это какая-то вообще как моя, прям вообще не понимаю. Мы там играли, что ли. Так, я сейчас что-то отрезу. Я просто чувствую. Ой, да, вот это вот она у меня хоть и была. Но вот это, вот видите, у этой эта пипочка оторвалась. Мне кажется, вот они как близняшки, где должны быть. Ну, не знаю, просто это мое мнение. Чисто как бы они подходят, как бы как две сестрички как будто должны быть. Вот. Так, ну давайте посмотрим. Вот тролли, которые были одинаковые, то есть 4 вот таких вот синьких и 3 вот таких вот розовых. 3 это вот эти, не помню, как, вот этих я не помню, как звали, но это черный, который был такой, ну, серый, который был грустный, типа, такой. А вот это маленькая розочка. Вот эта розочка, только большая, а это маленькая еще. И новый вот этот попался нам. Кстати, мне кажется, надо было 3 собрать, тут теперь 2 осталось, я этого вообще не помню. Вот, и еще один вот такой вот, то есть вот этот вот попался нам. Вот, а теперь всего у меня, давайте сейчас отложим бумажки. Это не все. Вот такие вот тролли, прикольно. Ну вот так вот, в общем, мне понравилось, прикольно. И всем пока-пока-пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пока.